Если у тебя изо дня в день постоянные конфликты, какие-то проблемы, теряешь деньги, неудача, непонимание и недомолвки с коллегами, потому что ты не делаешь это. Обязательно делай это каждое утро. Каждое утро бережно своими ручками застилайте свою любимую постель. Когда вы застилаете, вы совершаете простой обряд закрытия портала, ночного портала, в котором были сущности, паразиты и низкоастральные твари. Поэтому вы закрываете и идете спокойно на работу. Также, если у вас нет привычки застилать утром кровать, это принесет вам безденежье и постоянные проблемы в любой сфере. И только сейчас по большому секрету, поэтому ставьте лайк. Я рассказываю свое личное правило, которое привлекает ко мне успех через постельное белье. После того, как я его постирала, повесила, я беру любое благовоние, которое мне нравится, любое на сегодня по вкусу, и окуриваю все свое белье благовонием. Это привлекает успех и удачу. Ставьте лайк, пишите комментарии. Очень хороший секрет.